Всем привет, друзья! Короче, записываю видео в формате, который никогда не записывал, на ту тему, которую вообще не хотел касаться, и до последнего думал, стоит ли это делать или нет, но я решил все-таки немного вас проинформировать, потому что не знаю, когда выйдет вообще следующее мое видео, и, короче, думаю, надо что-то записать. Сегодня проснулся от того, что в 6:00 меня разбудили грады. Это было очень громко и стрёмно. Сразу понятно было, что происходит, потому что не скажу, что мы к этому не готовились. Сейчас люди, ну, кто что делает, кто как мается. В банкомате стояли, снимали деньги, большие очереди в магазинах. Все закуповываются, все стараются свалить с домов, потому что боятся, не дай бог, что начнется, к ним прилетят. И я в том же числе. Сейчас нахожусь возле метро и покажу вообще, что там сейчас происходит. Сейчас время без 25, и вроде бы все тихо. Я надеюсь, что и будет продолжаться так же тихо. И сегодня мы все будем спать в своих уютных кроватях, а не на полу в метро. И наши руководители наконец-то придут к какому-то мирному соглашению, и все у нас наладится. Я за мир, мы за мир, и надеемся, что мир все-таки восторжествует, и все будет, ну, может, конечно, не так, как раньше, но явно лучше, чем сейчас. На этом буду, наверное, заканчивать. Надеюсь, что скоро увидимся.